Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у меня день алмазной вышивки. В одном из видео на тему алмазная вышивка я показала свои картины, которые я сама вышивала. Многим понравилось и решили тоже заняться этим ремеслом, как говорится. Я вам говорила, что я ожидаю несколько картин, и пока доходили остальные картины, я, конечно, просто не сидела. В свободное время я занималась алмазной вышивкой. Прежде чем я покажу, какие картины я уже закончила и что я получила, я без кухонных приборов, конечно, не обошлась. Когда я готовлю баклажаны, ну, конечно, для женщины это трудно выжимать вот эти вот соленую горькую воду из баклажан. Но я обнаружила в портале New Chic, приобретите, действительно очень хорошая вещь. Вот такая вот, смотрите, здесь есть насадка, куда я буду класть уже порезанные баклажаны засоленные. Положу сюда и буду выжимать. Отсюда будет выливаться горький сок баклажан. И у меня не будет никаких трудностей уже самой выжимать и не буду просить помощи мужа. Так что действительно это хорошая вещь. Здесь резинки для подставки, чтобы оно там не дергалось. Устанавливаться будет очень хорошо. Здесь можно и лимоны. Это я баклажаны говорю, а так вообще это соковыжималка. Можно лимоны, разные такие вот сочные фрукты выжимать, ягоды. Так как у меня много соковыжималок, вот это я буду использовать только на баклажаны. Это очень хорошая вещь, действительно, я вам рекомендую. И еще одну вещь хочу показать. Как я говорила, у меня очень много кухонных приборов, но все хочется больше и больше и лучше, чем можно себе облегчить труд. Вот этот прибор для резки овощей. Здесь имеет вот как бы верхнюю часть, вот эту вот сетку, где она будет уже стекать разная жидкость прямо сюда. Это очень тоже удобно. Имеет насадки разные. Вот эта насадка для яиц, чтобы отделить белки от желтков. Тоже удобно. Сразу же отделишь, и весь белок остается прямо внизу. Имеется очень много насадок, нарезки для плоских нарезаний. Картофели, там огурцы, там что можно, нашинковать капусту. Вот эта вот терка для тереть имбирь или шоколад. Все, что можно растереть. Вот эти насадки, это вот мелкая, а это немножко покрупнее. Вот кто делает салаты корейские, морковь, там разные салаты, которые вот надо овощи натирать, очень тоже удобно. Сразу же здесь будет набираться вся нарезанная овощ. И еще одна насадка, вот такая вот зигзагообразная. Я обычно таким режу картофель. Очень красивая получается, фигурчатая. И конечно, присутствует ножик для очистки кожуры, картофеля, там разных овощей. И вот этот вот ограничитель со своими иголочками, куда устанавливается овощ и растирается, чтобы не повредить руку. Ну, переходим опять к вышивке. Покажу сразу же, что я уже вышила, пока ожидала остальные. Вот этот уже я закончила. Волк и девочка. Очень симпатичная картина. Я его закончила до конца. Это картина 5D. Значит, вот этот основной рисунок делаем алмазной вышивкой, а картина сзади – это уже фон. Эту работу я хочу подарить соседской девочке. Она зовет его Лобо. Это волк по-испански. Почему-то ей кажется, что он волк. И я хочу эту картинку подарить. Вот это вот будет она, это мой Туко. Я уже заказала рамку и установлю в рамку и подарю. И вторую картину я сделала. Вот это единорог. Он золотой, блестящий. Очень тоже интересная работа. Пока не установлю в рамку, целлофаном накрываю, чтобы там пыль или что-то там не садилось сверху. Ну, я это отодвину, покажу остальные картины, которые я получила. Они пришли в разных упаковках. Как я и говорила, у каждой картины свои индивидуальные камушки. Камушки, которые еще называют стразы. Вот эта вот картина. Ангел-хранитель. Вот. Тоже будет, наверное, очень красивая, когда уже закончится работа. Следующая будет, наверное, она у меня. Вот это следующая картина. Посмотрим, ну что здесь. Вот эта картина пейзаж. Вот такой домик на речке. Да, здесь немного работы. Поехали дальше.
Следующая картина. Цветы. Это тоже 5D. Тоже своими стразами. Так, дальше что у нас тут? Следующая картина. Павлин. Вот такой большой павлин. Тоже 5D. Все стразы, все камушки надо прямо сразу упаковать, чтобы не смешалось. Так, следующее. Здесь не видно ничего. Вот еще. Тоже красивые. Красивый рисуночек. Все мои цветы. И вот такие вот картины. Я уже все стены обклеила, как говорится. Надо искать место для остальных. Или же дарить друзьям. Скоро, наверное, начну дарить. Так. Эта картина тоже 5D. Тоже пейзаж. Река. Домик, лодка. Там закат. Очень красиво будет рисунок. Страз здесь тоже много. Когда есть время, вот так вот. И меня, например, успокаивает вот эта алмазная вышивка. На этом все. Мой обзор закончен. Я показала вам разные картины алмазной вышивки, которые я заказала на портале New Chic. Они недорогие, и можно себе позволить вот так вот заняться этим и как бы успокаивать себя. Можете украсить стены, кухню, в конце концов установить в рамку. Это будет дорогой подарок, сделанный своими руками. И есть люди, которые продают. Так что можете соединить приятное с полезным. Все можно на свое усмотрение. Если вам понравилось, выписывайте, заказывайте. Я оставлю ссылку под видео этого сайта. Так что вы можете выбрать там и разные другие. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Делитесь с друзьями. И до новых встреч!